всем привет, это туп солнечная Италия, на проводе, боже, иду, вырвалась, шубу сдам. Смотрите, зонтики закрыли, людей мало под вечер, то есть для обеда поздно, для ужина рано, скажем так. На работу, наверное, приехали. А здесь, видите, вот павильончики. Можно было на велике, кстати, это у меня за окошком, кажется, шел ветрено, а на самом деле не так уж, то есть вообще ветра нет вот здесь. Можно было на велике, ну ладно. Калории пожигаем. Несу сдавать этот самый, как его, шубу. Посмотрю, если сейчас можно будет поменять. Если по времени получится, если мне не надоест идти. Хорошо, хожу. Ну да, девочки, чулку я укладывала этим шампунем сухим. А если мне не надоест идти, то я зайду в китайский к этой женщине. Спрошу у нее за платье. Хотя... Опять же говорю, мне платье надо так, чтобы был, спереди были открыты ноги. Юбка нужна. Ладно. На порядке дня сделать это дело. И мне надо заплатить. Саша ходила, делала маникюр где-то неделю назад. И мне нужно пойти заплатить. За нее буду зайти. И взять себе на конец месяца, сдвинуть. У меня на 20-е было записан маникюр, педикюр и ресницы. А так как я уезжаю 25-го, то чтобы сдвинули все после 20-го, если есть место, если нет, нет, что делать. Вам всем огромный поклон низкий, огромное спасибо за комментарии, большие молодцы. Конечно, писать комплименты женщине, когда пишет женщина, это дорого стоит, поверьте мне. Потому что в основном женщины в женщинах ищут недостатки или наоборот, видят какие-то достоинства, пытаются принизить. Ну, это мое сугубо личное мнение. Большинство, не большинство, все комментарии добрые, хорошие. Поверьте мне, это очень дорого стоит. То есть это у вас такая позиция жизненная, правильно. Все у вас получится, все у вас будет хорошо. Это точно. Вселенная отблагодарит вас и за комментарии, и за то, как вы мыслите позитивно. По-любому, это я уже на себе испытала, тоже на себе испытана. Кстати, я свой дневник долго не писала. Кто в чем одет? Ну, под вечер. У меня нос красный. Мне холодно. Я иду, мне даже, я бы в варежке бы даже засунулась. Кровь не циркулирует, наверное. Девчонки в прямой трансляции спрашивали, что там у Антонио с ногами. Блин, за мальчика, которого я рассказывала, что сделал этот самый, вторую эту, и вены повылазили. Слушайте, не слышала пару дней. Надо спросить. Но мне просто неудобно. Если бы ему надо было, сам бы, мой номер телефона есть. Ну что, я... Не, мы так бывает, можем полночи переписываться, ржем. Потом пропадем на пару дней. Вот. Да, мне с всей командой, мне, я не скрываю, мне нравится. В пределах приличного. Интересно, у них буа здесь есть? Чао. Мне, в принципе, недалеко идти. Надо было Свете деньги переслать, я деньги не взяла с собой. Ладно. За материал ей надо деньги, чтобы материал купила. Спокойненько. В городе так животики втянули, лопаточки соединили. И вперед с песней. Видите, девчонки, вот тут я покупала и очки, кто спрашивал, и вот это вот пальто клетчатое, которое на мне. Вот магазин называется Шаржет. Какие-то новые пальто у него, какие-то новые эти. Та бене, та пост. Пост, асетираванти. Ага, шубки беленькие, красивенькие. Я бы такое себе взяла, наподобие моего пальта, пальто моего синего. Наподобие. Беленькая, хорошенькая. Вот эта вот шуба, которую я сдаю, она тоже неплохая. Просто там капюшон есть. И не мой фасон. Она как-то меня подругает. Видите, даже по улице в масках идут. Беленькая, я бы взяла. А мне подарили в том году. Я уже модная была в голубом. Но голубой мой цвет. Сейчас они у нас модные. Я понимаю, что по ту сторону. А тут лифчики я покупала себе.
Лифчик черный нашелся, да. Девочка говорит, посмотрите за кроватью. Я сначала так улыбнулась, а потом пол протирала. Думаю, а где же телефон-то? Думаю, не могу понять. Китайский обалденный. Здесь столько вещей интересных. Цены такие же, как в итальянском магазине. Ничем не уступаю. Там полы протирала. Бля, как вы меня хорошо знаете. Рок-н-ролл, да? Был рок-н-ролл. Лифчик, блин. В потере пульса скинула. Да, девочки, я вас умоляю, чтобы было там что скидывать. Скидывать нечего. Не, там, ну как есть там, но не такая роскошь, как хотелось бы. Я пешочком уже быстро и дошла. Отлично, видите, так вот, кто здесь живет, выйдут, сядут, сидят здесь. Я бы с удовольствием зашла бы, села бы в свой бутик, может быть, на обратном пути, с очком бы. У нас чистый город какой, да? Убираются, прям ни одного бычка. Ну, вот, один. А так у нас не бросают по городу, у нас есть специальные эти штуки. Вообще, очень мало курят мужиков, в основном женщин. Это по моим наблюдениям, я уже несколько раз говорила. Вот эти вот барчики, они дорогие. Видите, их могут позволить себе люди с пенсией, с хорошей. А вот остальные, они более молодежные. Особенно вот там вот вообще копейки стоят. И там много-много народу собирается по вечерам. Ладно, будем надеяться, что сейчас мне его поменяют. Там мне написали девочки в прямой трансляции. Я говорю, там висела коричневая. Коричневая шуба или пиджак. Я посмотрю. А этот магазин, наверное, скоро закроется, девчонки. Что-то вообще скучновато. Никогда никого нет. Хотя это для меня, хотя скучноватая расцветка. А для итальянцев-то, которые в моде, для них, может, и нормально. Еще рановато, еще нету. Завтра вот людей много будет, в субботу. Видите, все с этим самым, с бумажками. Все вот эти вот. Я заказала себе с интернета бумажки разного цвета. Надо купить маленькие булавочки, чтобы их не пришивать. А на маленькую булавочку прицепил. Домой пришел, отцепил, чтобы не стирать этим булавки. Видите, здесь людей уже побольше. Здесь телек. Ну, играла на днях. Зенит играл. Русский. С кем же они играли? Боже, дай памяти. Зенит с Ювентусом, по-моему. Конечно, 4-2. Но уже второй гол Зиньков, по-моему, забил. Но он уже был такой, знаете, высосанный. А так было 4-1 вообще. Итальянцы играли просто. Бомбически играли итальянцы. Бомбически. Красота. Так. Давайте, женщина, проходите. А здесь молодежь раньше вообще, может, и сейчас сидят. Я давно не была. Когда в баре здесь работала, вот там вот я работала, то здесь прям полным-полно людей. Детворы молодежи сидят, пиво. Что еще делать? Потом все это так вот туда вот падало. Вот видите, там нападало. И потом вода поднимается, и все в море. Раньше бутылки были. Сейчас в пластику разливают. Небо шикарное, конечно. Так. Если посмотрите, как одевается в моем городе, вот, пожалуйста, это вот мы, рабочий класс, так одеваемся. Потому что я еще в клетке светленько выгляжу. Я же их не одела, людей этих. Кто в чем? Вы потом пишите, мода. Мода в больших городах у людей, у тех, которые работа связана, располагают. А у рабочего класса красиво одетые девушки, это суббота, пятница, если куда-то идут на дискотеку там или на день рождения кому-то.
Ну так вот, пожалуйста, я же снимаю, я же не останавливаю ничего. А жена украсили, да? Или это, может, так и было всегда, у них этот дождик висел. А, единственная женщина в каких-то светлых штанах, выделяющаяся из толпы. Марина говорит, что у вас за держатель, чем держите телефон? Рукой, девчонки. Нету этого и палки. Я понимаю, что вы имеете в виду вот эта палка, которая стабилизатор, да? Не-не, рукой держу, мышцами. Иногда все равно прыгает. Ой, фиолетовенькая, красивенькая. Куда этот цвет у меня, я не знаю. Раньше такого не замечала. У меня вот последние года этот цвет ярко выражен в моей душе. Там тоже писали, что... Там писали, что говорит, у вас цвет это психопата. Ну, значит, психопат. Мне вот сейчас вот там за крестиком магазин. Буду надеяться, что... Не знаю, на что меня, девчонки. Без понятия. Мне обувь не нужна у них вообще. У меня есть мои кроссовки. Еще под не такие. Они теплые, зимние, прекрасные. Вот такой красивый сапог. С блесточками. Дорогие витрины, дорогие магазины. Это мотив, мотив. Та-та-та-та-та-та-та. Мужчины собрались. Так. Видите, здесь здание ремонтируется, уже перекрыто. Господи. И не видно названия. Вот оно. Сейчас я зайду, спрошу. Здесь я брала. Ну что, на сумку я не хочу. Ботинки я тоже не хочу. Вот они, пиджаки. А вот коричневые говорили девочки. Мне такое тоже не хочу. Такая красивая. Хорошо, что я взяла? Я взяла, сейчас домой покажу. Пришлось немножко доплатить, потому что когда мы брали полушубки, мы брали на 20% скидка. Типа себе решили еще одну, на вторую скидка. Я там разницу посчитала. Я взяла плащик, ну не кожаный. Сейчас я вам покажу, домой приду. Сейчас немножко просто переключилась, думаю, покажу вам немножко ночного города вечернего. Ну, вот, что происходит в будни, да? И я забежала в аптеку. Саше за маникюр я не заплатила, потому что у них не работает банкомат. Переставила свои ресницы и маникюры. И записалась на тест. Ну, вы поняли, да? На 20... Девочки, запомните, то я забуду. На 24-го, на 25-го вообще... Не... Я же 25-го выезжаю. Я хотела утром его сдать. Она говорит, 25-го вообще их не сдаю, только 24-го. Я говорю, тогда давайте на самое последнее время. Она говорит, на 7. Это он у меня до 26-го. И потом мне надо где-то в Наполе, значит, искать, делать тампон, чтобы поездом возвращаться. А, спокойненько, у нас чистенько, видите? Сидят, он пивасик, короночку попивает. Там, кстати, у меня кто-то в комментариях, ну, почему-то думаете, вы в этом каштаны жарят. Вы думаете почему-то, что если танцует человек, он танцует под шофер. Господи. Нет. Я говорю, что разочарую, но нет. Глазка, бля, когда? Да, ветра в городе нет, можно было ехать на велике, но ничего, калории сожгли. Великов много, с работы возвращается нам. Я по городу, маска у меня скучная. Но мне сейчас никакой магазин не надо. Все, я поменяла уже все. Как есть, так есть. Размер S. Рукава мне не нравится. Сейчас домой, приду, дома вам покажу. Сейчас, девчонки, быстренько показываю, что, на что поменяла. Я сдавала этот самый, как его, шубу розовую, кто смотрел. Другого ничего не нашла. Мне ничего не понравилось, ничего не завело. Взяла, короче, плащик. Марка Примадонна, здесь есть этот самый, смотрите, может кто-то забьет в инста этот, а вот, кто-то может в интернете будет смотреть цены или еще что-то, может кто-то захочет заказывать. Больше ничего другого не было. Ничего не понравилось. Здесь в этом плаще не понравился рукав. Видите, он художник, он так видел, не понравился сам рукав. С капюшоном, мне сейчас как раз ехать, ну все, менять уже точно я ни на что не буду.
Тем более ехать он длинный, если дождь, у меня задница закрыта, я мерзлячка. Вот, не нравится мне рукав. Есть капюшон. Размер S это. Размер S. Покажу. Блин, устала. Я пешком, не то, что устала. Какой-то на улице, знаете, такая погода, влажность повышена. Ну, не под эту кофту, понятно. Мне нравится, когда застегнутый. Вот когда он застегнутый, он симпатично смотрится. Когда застегнутый. Когда вот именно вот так вот, смотрите. Когда вот так. Все как в 90-х. Ну, сейчас себя не вижу. Света не хватает уже на кухне. Даже с этой лампочкой не хватает света. Смотрите, он, по идее, должен завязываться. Но у меня все никак у людей. Мне вот так вот завязанный, он не нравится. Мне нравится, когда он вот так вот сделан. Не застегнутый, а завязанный. Карманы. Они были на этом, на пуговицах. Купила и порвала. Ну ладно, пуговица. На пуговицу пришить. На пуговицу были. Надо было пуговицу расстегнуть. Если на платформе, а если вот на платформе там куда-то идти на встречу, там, да, на встречу собралась я идти, то на платформе классно. Ну и так, это эска. Если взять еще, если бы взять эмку, было бы больше. Мне в нем единственное, что не нравится, сам рукав, потому что здесь резинка. Рукав он такой. То есть я ей сказала, она говорит, ну если я тебе дам М, ты в нем утонешь. Если под нормальные волосы, это сейчас не смотрите, я, у меня на голове еще попало, и там еще и влажность на улице. Девчули, там не на что было просто менять. Если расстегнутый, то вот так смотрится. Я сдала шубу розовую. Я считаю, я правильно сделала, что сдала розовую, потому что фиолетовая без рукавка мне нравится. Здесь нормально. М возьмешь, плечи такие еще будут. Здесь плечи сели прям по мне. Нормально. На кофту, тем более, смотрите, она на мне сейчас не на водолазке, там, не на майке, а ну, на обыкновенной кофте. То есть, если одеть черную водолазку там, или белую, там, или рубашку, как многие советуют, туда. Опять же говорю, мне прям вот так вот хочется сделать. Вот туда карман уходит. А вот так вот оно. Ой, если нравится, но я думаю, я его не буду застегивать, я его буду завязывать. Вот так. Это единственная вещь, там были еще курточки, но курточки, они были такие, знаете, весенний вариант. Сейчас у нас начинается сезон дождей. Вот, это я плечи трогаю. А их здесь нет. Там начинается сезон дождей у нас начинается, и все, понимаете? И куда куртка короткая, я же говорю, задница замерзнет. А в этом можно спокойно куда хочешь. И так и в магазин выбежать. И, ну, магазин, в принципе, не тут. У нас-то не холодно, у нас просто что, вот эта влажность, вот это волосы, вот это, знаете, такое состояние, нестояние. Все нормально. Курточку не, курточку я прям не хотела. Пусть висит, меня радует. Короче, где мои тапочки? Почитаю ваши смс-ки. Огромное вам спасибо всем. Всего самого хорошего. Слушайте, может, у меня сахар меня сушит целый день. Прям губы. Может, у меня этот. Так, не наговаривай на себя, Иванова. Хватит. Все, жду ваших комментариев, понравилось или нет. До завтра. Но по сарам.